Всем привет, зрители и подписчики канала Games APS. Мы продолжаем бегать в Stalker Lost Alpha. В предыдущей серии в конце мы нажрались, поэтому можно, в принципе, выпить минералочки, бутылочку. Опа. И хорошо. Короче, если вы не смотрели, то обязательно посмотрите предыдущую серию, потому что там было весело. Так, ну, теперь самое время пойти куда-нибудь по своим делам. Собственно, у нас есть задание, опять этот долбанный вертолет прилетел. Собственно, у нас есть задание освободить какого-то неизвестного нам лиса, забрать важную информацию после этого у Сидорыча, принести информацию к греху и поговорить с лисом и вернуться к Сидорычу. К Сидоровичу. Back already? Сидорович, выруби свой мегавойс. Есть что по работе? Так. Как бы у меня, собственно, есть эти глаза, да? Я по поводу работы. О, отлично. Чего у тебя там еще? Странно. Вроде мы это все ему сдали. Ну, ладно. Я тебе тут еще один глазик оставлю. У нас их, как помните, было несколько. Вот. Я тебе где-то здесь пускай лежит. Это сувенир от меня лично. Держи и не забывай мою щедрую душу. Так, ну что ж, давайте выдвинемся тогда сразу, собственно, попробуем освободить лиса. Собственно, где это? Ну, вроде не так уж и далеко. Хотя. Вот здесь явно есть военные. Может быть, не стоит пока туда суваться. Сейчас выйдем, короче, посмотрим, как дела у пацанов. Мне, кстати, сказали, что еще в предыдущей серии я убил Петруху, который, собственно, с которой мы ходили на мочить бандосов. Ну, что ж, бывает. Нефиг было ему суваться под ствол. Правильно? Правильно. Вот, еще мне сказали, что не работает гитарка, поэтому сейчас мы найдем того мудилу, который мне продал нерабочую гитару и губную гармошку, и продадим ему ее. Братан, ты? Нет? Ну, мне пофиг. Сейчас, короче, ты у меня заберешь гитару. Держи. И гармошку свою забери. Не надо мне она. Ну, вот, нормально. За 18 рублей. Забирай. Все. Вали отсюда. Короче, сколько у нас бабла-то есть? У нас есть 2292 рубля. Не густо, но ничего страшного. Кстати, да, может быть, здесь уже кто-то появился. Потому что мне бы не помешали патроны на МПшку. Короче, здесь никого до сих пор нет. Ты у нас кто? Так, понятно, это тот, который фанатик. Че у тебя есть? Ничего у тебя нет. Здорово, Фима! Че у тебя интересного? Понятно, фан-истории мне рассказываешь. Слушай, пожалуй, я у тебя заберу колбаски и батончика заберу. Ну и минералочки. И энергетик. Как-то так. Все, тебе не надо? Подожди, мы же гитару продали. Как так? Мы же гитару продали. Забери. Тебе хоть отдам. Торговать. Все, не надо мне. Вот будет тебе на чем играть. Музицируй. Так, окей, братан. Собственно, выдвигаемся. А выдвигаться нам путь-то лежит не близкий на самом-то деле. Здесь нам ничего не светит. Что это у нас такое здесь? Назад на росток. Я как-то этого не помню. Так, хорошо. А, вот завод Росток. Ну, ладно, я так думаю, что нам туда еще идти прям совсем не надо. В темную лощину тоже явно мы сейчас не пойдем. Тут точно делать нечего. Ну, короче, ладно. Давайте отправимся сюда. Здесь явно будут военные. И мы с ними попробуем, не знаю, договориться, что ли. Давайте возьмем какое-нибудь хорошее оружие. Например, ТОЗ. Правда, у нас патронов на него почему-то мало. Так, хорошо. Вот, повесить на пояс. Еще. Нет? Можно? Да, отлично. Давай перезарядимся. Он и так перезаряжен. Окей. Побежали. Еще не встречал, кстати, рабочих машин, но судя по описанию, они здесь явно должны быть. Давай, двигаем. Сейчас посмотрим, что там вообще происходит. Здесь, там у нас уже пацаны сидят, кстати, которые до сих пор не уехали. Чего? Собачки? О! Давай, пацаны, мочи козлов. Кого вы там мочите? Собак? Как бы я солдат этих конченых. Как бы ты
Как бы ты выжил здесь? О, вижу. Где-то здесь, нет? Короче, где-то там была. Что у тебя есть? А, Юрий Макарон. Это тот, по-моему, кому мы флешку забрали. Так. Еще мне чего-то писали по поводу чата, по поводу флешки, что можно как-то купить в баре у бармена какой-то модуль на КПК, и можно будет брать задания, я так понимаю, там. Давайте как-то, не знаю, что ли, аккуратненько посмотрим для начала где-нибудь вот здесь в кустиках бинокль. Давайте это сделаем. А у нас есть вообще он? А, у нас бинокля ни хрена, к сожалению, нет. Ну, ладно. Не, подожди, как нет? Должен быть. Граната. О, бинокль. Так, окей. Никого не видать. Надеюсь, не аномалия? Не, все окей. Двигаем дальше. Так, о. Чего? Только что вроде кого-то засек. Так, там вот явно есть собачки. Давайте вниз туда сходим. Мне кажется, там есть какая-то, какой-то проход. Я бы туда сходил. Я бы посмотрел, что там есть. Давайте аккуратно. Вот вертолет всю малину портит. Если бы хоть как-то помогал... Помнится мне, здесь что-то было интересное и нужное. Хотя, собственно, вот это грузовик смерти, по-моему, который разбился, нет? Или это вагон? Нет, это вагон. Вот за что я люблю Сталкер, так это за его крики. Так, здесь просто огромное количество аномалий, поэтому я туда вообще идти никак не хочу. Давайте глянем, что здесь. Собственно, здесь ничего и нет. Чего? А, там эта хрень свисает. Мне показалось, там кто-то был. Да, сталкер иногда пугает довольно-таки. Так, хорошо. Вот это строение, я его помню. Мы, по-моему, я, по-моему, с него военных и расколбашивал. Хотя не уверен, что они есть здесь. Как бы, ну. Да и строение этого я не помню. Тут было совсем другое, на самом деле. Ну, опять же таки, Lost Alpha, все дела. Все довольно круто. И в некотором роде даже незнакомо. Так, сейчас мы аккуратненько глянем. Слушайте, а тут никого и нет. Окей, давайте посмотрим, что здесь. Если туда вообще, в принципе, можно зайти каким-то образом. Я думаю, наверх есть смысл подняться. Охренеть, думал, там что-то стоит. О! Я еще раз повторяю, я когда первый раз проходил Сталкер, вот именно чистое небо. О, смотри, сундучок. Только мы его ножичком. Ну, о! И чё, пусто? Печально. Так, тут у нас нифига. Все, выше не подняться? Ладно. Окей. Двигаем дальше. Ну вот, короче, когда я его проходил, мне было жутко страшно в некоторых местах. Да и сейчас довольно такая гнетущая атмосфера. Так-то. Так, чё у нас тут за ящики? Есть чё? Ничего нет. Прицепчик. Никого не вижу. Может, дальше? Сейчас я такой подбегаю, а там такая толпа бандитов или военных каких-то. Газовый баллон. Здравствуй, дорогой. Но я тебя трогать, пожалуй, не буду. Так, здесь тоже нифига. Стопов, поворотов нет. Бывает. Так, хорошо. Давайте аккуратненько поглядим. Да, там, кажется, кто-то есть. Но враг ли ты мне? Да, враг. Явно враг. Сейчас будет весело. Сейчас будет заваруха. А, не докинул. Че, пацаны уже среагировали, нет? Еще закуси.
Что-то пацаны вообще никак. Давайте на всякий случай сохранимся. Вот прямо здесь хорошее место. Давайте попробуем сверху их, что ли. А типа они меня не видят, короче, да? А, окей, хорошо. Не вопрос. Я оружие... Не вопрос. Другой путь. Окей. Короче, говорят, что... Стой, или мы тебя, мол, бить будем больно. Что такое? Почему радиация? О, здесь норм. Так, хорошо. Как же мне вас... Так, чтоб хорошо вам стало. Зря я только две гранаты на них потратил, блин. Stop or I'll open fire. Да, конечно. Конечно же, откроешь хрена в огонь. Есть у меня еще гранатки, нет? Болты есть. Хочешь, я тебя болтом закидаю? Блин, у вас пухи кошерные, конечно, я не спорю. Типа, вам норм, да? Ладно. Чего? Получи, скотина. Охренеть, гранаты закидывают. Ага. Тихо. А главное, чтобы они, как говорится, со спины не зашли. А что вы скажете на ТОЗ? Хотя ТОЗ явно туда не дострелит. Просто уверен. Да, ТОЗ туда явно не попадает. Не вопрос. Вертушка, помогай, ты же, блин, дружественная, нет? Охренеть, снайпер, блин, с ПМом. Чего вы не стреляете по мне? Оп. Странные какие-то на самом деле. Ну, хотя гранаты кидали. Уже хорошо. О, тихо. Пошла жара. Спокойно. Так, кровотечение у меня. Бинтик бы заюзать. Отлично. Так, ну тут дело для ТОЗа. Настало время. Давай, подходи, говно. Ага, из серии сейчас как подойдешь, да? Так, вот то, что ты у меня из поля зрения уже вышел, не очень хорошо. Выходи по-доброму, а то костей не соберешь. Да, окей. Ты же меня бить будешь, я ж тебя знаю. Так, давайте-ка отсюда по-хорошему маленько свалим. Определим, где они вообще есть, потому что что-то я их не вижу. Это плохо. Когда я не вижу врага, это довольно не очень хорошо. Так, сохранимся. Зачем ты перезаряжаешься? Ладно. Окей. Охренеть. Шмаляют прямо. Ну, к ним на рожон лезть вообще не вариант. Аккуратно. Что ж ты так... Что ж ты медленный-то такой, а? Так, короче, Рэмбо стайл включаем и посмотрим, что из этого получится. Бежим. Просто бежим. Хорошо. Сзади нет никого. Никого нет. Иди сюда. Отлично. Хорошо ушел. Че, все что ли? Нет никого. Пожалуй, есть смысл сохраниться. Просто замечательно. Да мы их, блин, как сынули, раскидали. Так вот сюда я тоже зайду. На всякий случай, как говорится. Есть, вижу. Ты же сюда не побежишь, правильно? Не побежишь. Хорошо. Что-то мне кажется, там у вас кошерный таки лут. Не вижу больше никого. Здесь, по-моему, кроме вас никого и не было.
Закрытая дверь. Явно закрытая. Окей. Ящики. По-моему, этот ящик нельзя залутать. Да. Что у нас здесь? Подземный объект. Где я? Где они? Ладно, неважно. Так, хорошо. О! Автомат Калашникова. Заберем, пожалуй. Все заберем. Главное, чтобы перевесу не было. Сейчас, возможно, даже схожу к Сидорычу. Продам вот эти вот Калашниковы. Может быть, у меня хватит денег на то, чтобы купить что-нибудь получше. Гитарки мы брать не будем. Музыкальных инструментов нам пока не нужно. Так, 36 килограмм, отлично. Что у тебя есть? Так, фонари, по-моему, не покупают. Ладно, попробуем впарить их кому-нибудь еще. Так, водочка. Заберем. Патроны. Пистолет. Хорошо, фонарь брать не будем. Калашников. Замечательно. Так, давайте посмотрим, что у них еще тут имеется. Ладно, это мы посмотрим уже, когда туда, собственно, пойдем. А, вот еще, братан. И все с калашами. Так, о, а вот это уже отлично. Еще и, по-моему, улучшенный. Сейчас посмотрим. Кажется, все. Так, давайте-ка мы по-бырому глянем, что к чему. Так, ты. Состояние какое? Давайте разрядим все. Так, ну вот я как погляжу, вот ты у нас, по-моему, в самом лучшем состоянии, поэтому тебя я и возьму. Да? На всякий случай. И повешу патронов на пояс. Вот как-то так. Перезарядимся на всякий. Так, остаток. Ну, короче, патронов у нас фигня. Так, Макарова. Разрядить. Почему вы разные? Странно. Ладно. Почему вы разные? Ладно, хрен с вами. Все равно продам. Так, что это? Форд 15. Что с тобой не так? Экспериментальный прототип пистолета Форд. Так, ну, я так понимаю, что эта штука получше будет ПМа моего, да? Хотя, ни хрена получше она не будет. ПМ, все-таки повреждений у него побольше. Че с ним, как вы? Нормально все, да? Короче, все это дело мы продадим нафиг. Так, давайте-ка мы в рюкзак сложим. Какие страшные звуки, блин. Стою, блин, посреди поля. Так, это что такое? Патрон с улучшенным баллистическим. Окей. Так, повесим на пояс под ПМ. Думаю, парочку коробок, да? Вот как-то так. И повесим на пояс. Что это такое? Бронебойный. Бронебойный мне не надо. Повесим под наш дробовичок. Парочку. Вот так вот. Отлично. Ну и, собственно, давайте вернемся к Сидоричу. Продадим все говно. Я думаю, это будет нормальная тема. И вернемся сюда уже. И пойдем, собственно, искать этого лиса. Ну что, я считаю, неплохо сходили. Неплохо взяли. Что такое? Кто ты? Свой, говорит. По-моему, там заваруха какая-то происходит. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, я туда иду? Правильно иду? Да, правильно иду. К Сидоровичу. Ох, там что-то происходит, слушай. Чё ты там бегаешь вообще? От кого ты спасаешься? Что с тобой не так? Братан! Ты вообще чьих будешь? Стой! Подожди! Давай поговорим. Стой, тебе говорят. Ты вообще какого хрена тут делаешь? И вообще кто? Ну ты, я так погляжу, не останавливаешься, да? Что ты здесь забыл? Почему ты туда идешь?
Так, ну вот хорошо. Ты, блин, а ты опять бежишь. Стой, говорят тебе. Что ж ты не останавливаешься, когда тебя просят, а? Говорят тебе, стой, подожди. Остановись. Сначала оружие убери. А, ты волк. Тогда и разговор. Ну, какого хрена ты бегал? Стой. Ответишь на несколько вопросов? Почему ты здесь и что ты здесь забыл? Понятно. Говорит, у него дома ничего не осталось. У тебя есть бабки? У тебя есть бабки. Ты покупаешь как раз таки то, что мне не нужно. Правильно? Вот это забери тоже. Я думаю, ты по хорошей цене мне его. У меня его купишь. Так, ну и, собственно, остального ты ничего не покупаешь, да? Почем калаши берешь? 613. Так, короче, ладно. Я думаю, все это дело мы продадим у Сидоровича, раз мы туда собрались. А тебе мы продадим фонарики. Раздашь пацанам? Так, и что-то еще я хотел тебе продать, нет? Обычный патрон, хорошо. Окей. Собственно, как-то так. Мы же ему продали, правильно? Продали. Окей. Уже радует. Уже избавились от ненужного хлама. Так, собственно, возвращаемся туда. Блин, как я не люблю по этим болотам шариться. Вы бы знали. А вертолет все летает и летает. Сидорович, тебя ждет просто отличный такой подгон в виде калашниковых. БТР, можно на тебя уехать? Нельзя. А жаль, я бы тебя продал. Пацаны, вот там стоит, короче, БТР. Вы ж не местные. Я вам подогнал прицеп, кстати, где он? Походу, они его пропили и сдали на металлолом. Засранцы. В голове не укладывается. Ну, немного. Вот ты, например, у нас Эдуард Мактян какой-то. А, жесть. Короткая история, пацаны. Меня зовут Федор. А, я знаю Федора, он сказал мне что-то по поводу... Не успел прочитать. Короче, какого-то Федора куда-то что-то, в общем, с ним случилось, неважно. Так, не будем тратить энергетик. Лучше просто так дойдем аккуратненько до Сидоровича. Кстати, время позднее, на самом деле, неплохо было бы поспать. 8 вечера, что-то я в ночь не хочу никуда идти, темнота. Всяко такое, кровососы, сами понимаете. Ла-ла-ла-ла. Так, вот ты, например. А хотя мне тебе и продать-то нечего. Сейчас мы все Сидоровичу сбагрим. А что не сбагрим, продадим кому-нибудь еще. Я думаю, это будет правильное решение. Давайте ствол уберем на всякий пожарный. Так, Сидорович, Сидорович. Где этот Сидорович? Где-то здесь. Собственно, вот где-то. Тут, вот, проход. Ты просто себе, братан, не представляешь, сколько я тебе хорошего, полезного, кошерного лута принес. Хотя, какой лут? Хабар? Хабар? Выключи свой войс. Так, братан, я хочу с тобой поговорить, у тебя комп глючит, ты так его и не починил. Так, смотри. Что я тебе принес? Я тебе принес, во-первых, забирай. И это все бери, и это забирай, и это два штуки забирай. И это тоже забирай. Так, сколько? А почему ты... Ни хрена себе, да ты барыга! Слушай, пошел-ка ты в жопу с такими расценками. Сидорыч, ты что-то явно не понимаешь. Я тебе понимаешь, флешку принес. Принес? Принес. Я тебе, блин, за лисом иду? Иду. Короче, блин, пора идти. Не, ну ты наглая морда, блин. По 100 рублей калаши покупает, хотя волк у меня их за 600 брал. Пожалуй, я вернусь к волку. Good hunting, stalker. Ага, спасибо. Я думаю, к вечеру мы еще успеем туда-сюда смотаться или прямо там где-то заночуем. Так, что-то я не туда иду. Ни хрена себе он, блин, барыга. Все, Сидорыч, ты мне больше не друг, не товарищ. А какие у меня с ним отношения или как, чё? Давайте посмотрим. Так, Сидорыч. Чего? Где найденные ПДА? Давайте глянем. Заметки связного. Понятно. Пока что ничего не понятно. Так, одиночка, нейтралы. А друзей у меня нет, я так понимаю, да?
Короче, понятно. С этими братанами я еще не общался. Возможно, это из-за того, что я Петруху завалил. Хотя волк-то ко мне нормально относится. Прям вообще как-то все странно. Ну ладно. Короче, к волку вернемся. У него по 600, а этот по 100. Ну блин, вообще наглость. Так, я же надеюсь, я их ему не продал. Не, калаши на месте. Все у меня с собой. Ну вот так-то по 1000 рублей, блин. Ехай да налево. Ядрить вашу в пень. Сидорович просто, блин, какой-то неправильный человек. Хотя, может, я сам сейчас ошибаюсь, реально что-то не так делаю. Ну, короче, сейчас разберемся. Там цена была 100 с чем-то, 170 до 200, короче. Пацаны, а вы не хотите калашов? О, волк. Слушай, да ты прямо... Я прямо тебя рад видеть, слушай, братан. Стой, стой. Вот ты, стой. Ты волк? Волк. Давай торговать, братан. Почем берешь калаши? По 600. Отлично просто. Просто замечательно. А это почем? Тоже за 600. Забирай. И Макарычи забирай. Макарычи почем берешь? По 178. Просто замечательно. Так, ага. Да, так у меня не хватит ему продать. Так, ну хоть что-нибудь продадим ему. Оставим его, короче, без бабла. Давайте ему Макарычи толкнем, да? Я думаю, он будет не против. Так, чтобы на косарь. Ну, вот как-то так. Так, было у меня 2305. О, отлично, братан. Ну ты уж меня прости, но ты сам захотел купить у меня всего этого говнища. Так, короче, дело к ночи. Идем, пошли. Заночуем вот там. Я думаю, это хорошая тема. Ты же бежишь, нет? Правильно. Побежали. Там есть свои пацаны. Хотя не нравится мне это место, честно говоря, вообще никак. Тут просто вообще не нравится. Не люблю я такие заводы, люблю что-то хорошее, закрытое. Хотя вертушка вроде своя летает, да? Ну-ка. Не знаю, своя, не своя, нейтральная, не нейтральная. Так, мне главное так, чтобы возле кого-то, чтобы кто-то за мной смотрел. Так, о, батарейки у меня разряжены, кстати. Так. Батарейки. У меня есть батарейки? Использовать, пожалуйста, одну. Отлично. Так, сейчас мы найдем себе хорошее место для ночлега. Вот ты. Что у тебя есть? У тебя бабло есть? Тебе надо, Макарыч? По сходной цене продаю. Не, тебе не продам. Блин, как же я хочу себе найти кошерное. Ну вот, зелененький это просто друг. Желтый это типа нейтрал, я так понимаю. Ну, волк ко мне просто идеально относится, я смотрю. Так. Хорошо. Раз ты здесь, ну, думаю, где-то вот здесь я, собственно, и заночую. Прям вот тут, волк. Ты же меня прикроешь, братан, правда? Окей. Давай, прямо здесь и заночуем. Только я хочу спать до утра. Так, подожди, давайте считать, чтобы не ошибиться. Итого. 10, 11, 12, час, 2, 3, 4, 5, 6... 5 часов, ну, думаю, на 8 часов. Поспим. Отлично. Отлично просто. Чего? А мы не сохранялись нифига. А, это ему сон снился, ёшкин кот. Короче, я понял. Ребята, в следующий раз, когда будем спать, я просто не понял маленько. Так, мы ж поспали. О, 4 утра. Просто замечательно. Сегодня я проснулся, кстати, почти в такое же время. В 6. Ну, я имею в виду в реале. Да. Так, как говорится, кто рано встает, тому бог подает. Отлично. Так, у тебя бабло за эту ночку не появилось, а? Нет, бабла у тебя нет, и калаши, кстати, ты мои тоже уже, по-моему, кому-то продал. С тобой я разговаривать не... Слышь ты, блин, мудак, ствол убрал? Засранец. Все, собственно, выдвигаемся. Хотя, блин, давайте, наверное, куда-нибудь, где-нибудь что-нибудь сложим, а? Мне бы схрончик свой запилить где-нибудь, только я еще не выбрал подходящее место для этого дела. Так, давайте для начала, конечно же, сохранимся. А, короче, фиг с ним. Так, нам идти-то, в принципе, фигню. Синхаус. Короче, надо освободить лиса. Вот где-то здесь он находится. Короче, двинулись.
Ох, умираю от жажды. От жажды. Хотя бы глоток воды. А ты вообще кто? Давайте пообщаемся с пацаном. Контакты. Три контакта только? Почему только три? У меня их было больше. Со мной не хотят говорить? О, волчара. Здорово. Есть шутки? Спасибо. До встречи. Так, хорошо. Нейтралы. Короче, пацаны еще, походу, спят. Не в онлайне все. А, собственно, что произошло? Что-то я не могу найти. Ох, нифига меня плющит поутру. Слушайте, наверное, надо пожрать что-то, а? Давайте съедим колбаски, закусим батончиком и выпьем минералочки. Отлично. Так, хорошо, двигаем, короче. А ну-ка, 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 ну-ка. Случайно вот здесь вот. Нету ящичка, дабы положить. Хотя тут и пацанов нету, и хрень висит, блин. О, ненавижу. Тут никого, короче, нет. Ящиков нет. А у гастарбайтеров, которые вот там сидят, левее, я оставлять ничего не буду, а то пропьют как прицеп. Что-то страшное сзади было. Короче, нет, не обращаем внимания, двигаем. У нас патронов на калаш, кстати, 30 всего, но зато у нас есть папский ТОЗ. Если вести прицельную стрельбу из этого засранца, я думаю, мы сделаем все, что надо. Так, понятно. Мы перегружены, у нас вес 40 кило. Блин, куда бы мне это все деть? Я... Вот же ж, блин, еврейская душа я, а? Не хочу впаривать задешево. Короче, надеюсь, после выполненного задания вместе с Лисом мы вернемся к Сидоровичу. Радиация меня не берет. Ну как, берет, конечно. Мы вернемся к Сидоровичу. Давайте долбанем энергетика. Вот так вот. Мы вернемся к Сидоровичу, короче. К Сидоровичу. Здесь мы, кстати, еще не смотрели. Есть что? Ничего нет. Так. Кстати, давайте как-то так, чтобы окольными путями. Что это такое? А, торговец. Окей. Ну мы уже практически, кстати, близко. Давайте свернем с дороги. От греха, так сказать. Враг? Что? Там кто-то есть. Давайте сохранимся. Как я так его не заметил, а? Ну-ка. Ну-ка, кто здесь? Выходи, блин. Вон там, нет? Да. Какой ты, смотри, стоишь прямо. Слушай, братан такой военный прямо весь, а? Рядовой буряк. Ни хрена! Красиво ушел, пацан. И СВД-ху мне подарил. Просто шикарно. Тебе за это большое мерси. Вот это я заберу. Вот это мне хорошо. Вот это просто шикарно. И еще и в хорошем состоянии. Просто зашибись. Зашибись, братан. Вот как мне тебя отблагодарить, а? Как мне тебя отблагодарить, слушай? Давай я тебя хотя бы где-нибудь положу. В хорошем месте. Идем со мной. Хотя бы я тебя где-нибудь так, чтобы тебе хорошо было. Пошли. Пошли, братан. Никуда не брошу. Вот реально клевый пацан. Подарил мне просто СВД. Просто так. За милую душу. Конечно, жизнь отдал, но, как говорится, ему за это спасибо. Я тебя положу вот здесь. Чтоб, как говорится, тебе отлично спалось. Идем. Вот. Где-то здесь. Отличное для тебя будет место. Здесь тебя никто не найдет. Идем. Пошли. Смотри, как тебе здесь замечательно будет лежать мордой в бетон. Просто шикарно. Я хочу сохраниться. Да это ж просто праздник-то какой-то. Давайте посмотрим на наше новое приобретение. Это же просто замечательно. А прицел клевый, кстати. Made in Беларусь. Только шатает его. Не по-детски. Но все же снайперская винтовка, как ни крути. Патронов 9 штук. Можно на вертушку, кстати, посмотреть. Клево. Ну, вот, честно говоря, как прицел показывается, мне не особо понравилось.
Потому что никакого приближения практически нет. Не, ну хотя есть, как бы, чё. Но, в принципе, это очень даже неплохо. Это просто замечательно. Так, всё. А, бежать с ней нельзя. Вот засада. Ладно. Окей, возьмем калаш. Где? Где тот, который хороший? Вот, ты заряжен, да? Побежали. Но СВД-ха это клево. Я думаю, мы ее либо в 15 косарей. Интересно, сколько за нее Сидорыч отвалит. Не знаю, мне СВД-ха как оружие очень нравится. Возможно, я даже его сейчас буду использовать каким-то образом. Сейчас посмотрим. Так, что у нас там? Враги свои, кто есть, выходи. О, о, желтенькие, да? То есть вы типа, короче, мирные. Нет? Так, давайте на всякий случай сделаем сохранялочку, правильно? Почему нет? Чего? Это не то место. Короче, на... А, понял. Враг. Вражина. В туалете, что ли, засел, нет? Слушай, а где он? Он где-то здесь. Ну-ка. Ни хрена вас там. Тихо. Главное, чтобы сзади не обошли. Хорошо. Еще. Так, два патрона. А-а-а! Засранцы. Я, короче, вас понял. Я вас замечательно уже таки понял, что с вами надо сделать. Так, здесь, вроде здесь. Засранцы. Ну обошли сзади, сволочи. Бандиты такие, бандиты. Реально бандосы там, короче, стоят. Так, СВДха, не зря тебя брал. Хорошая ты моя. Сейчас ты мне будешь помогать. Изо всей силы будешь помогать. Они все внутри, в здании, короче, торчат, да? Чего? Я не уверен, но... Да. И сразу шмальба пошла, слушай. Чего? Понял. Короче, они его убили. Не, надо загрузиться. Я хочу лиса спасти. Короче, они его мочат сразу, если что. Окей. То есть надо их как-то выманить. И расстрелять. Но лиса спасти мы просто обязаны, поэтому, пожалуй, возьмем ТОЗ. И аккуратненько, аккуратненько. Сейчас поглядим, что к чему. Где пацаны? Сколько их там человек? Ну, вон он, короче. Лис. Давай. Раз. Два. Хорошо. Бери волыну. Лис, бери волыну. Так, двоих убили. Короче, они его таки мочат. Откуда? Давайте посмотрим. Чего? Ты засранец. Говнарь. А, это тот, который меня в прошлый раз, кстати, убил, да? Так, ну, собственно, все. Теперь я знаю, по крайней мере, сколько их здесь. Ни хрена. Просто так сидел пацан. Понял, короче. Надо очень сюда вот... Надо сначала бить вот этих. Заходить сюда. Не, ну, это так дело не пойдет. Сами понимаете. Спасти лиса.
Мне просто почему-то очень хочется его спасти. То есть, скорее всего, это будет правильно. Может, его нельзя спасти, но ничего страшного. Я думаю, мы с этим что-нибудь сделаем. Так, хорошо. Берем тоз. Чего? Чё они там рассказывают? Что они там поют, говорят что-то, господи. Так, давайте где-нибудь вот здесь сохранимся. На всякий пожарный, да? Так, сначала тебя, потом тебя. А, жесть. Я лиса сам убил. Это просто, блин, капец какой-то. Но там проход есть один, то есть в комнату, в котором находится лис. Они его быстро заваливают, ну. Надо еще раз. Короче, надо валить сначала того, кто дальний стоит, чтобы лис при вставании не перекрыл мне, скажем так, цель. Один. Второй. Бежим. Просто бежим. Хорошо. Смотри. Раз. Где еще? Еще один должен быть. Должен быть еще один. Лис, здорово, братан. Как сам? Вижу. Хорошо. Никого не видел, правда, но по прицелу сориентировался. Нормально. Здорово, братан, как сам? Эй, спасибо, что разорвался с этими из греха. Ну и уродливые жублитки, братан. Будешь должен всю свою жизнь. Всяко бывает, меня лисом кличут. Я в этих местах за механика. Если тебе чего надо отремонтировать или подрегулировать костюмы и оружие, то я за определенную цену могу... Да ты, братан, не бесплатно все это делал. Должен делать вообще. Так, хорошо. Чего? Ты говнарь. Слушай. Так, хорошо, теперь здесь будут наши сидеть, да? Заберем. Заберем патроны, стволы. Перегруз. Перегруз. Сейчас глянем, что у них там есть самого такого. Я думаю, мы сюда еще вернемся. Правильно? Я думаю, да. Водяра, патроны. Это, в принципе, все нам. Еще один тозик. Колбаска. Ну, у меня перегруз будет сейчас реальный. Сколько весит? Колбаску заберем. Вот всякое такое. Хавчик. Харч, короче. Это все можно забрать. И у этого тоз. Блин, я хочу сюда реально вернуться. Слушай, а убежал уже, да, лис, походу? Может, ему впарить можно было? Ну, ладно. Так, 5 утра, 44 минуты. Мы расправились с пацанами. Освободили лиса. Ну-ка, идем со мной. Так, и игра вылетела. Просто замечательно. Мы сохранились? Вот мне интересно. Сейчас попробуем загрузиться заново. Я надеюсь, все хорошо. Я попробовал перетащить труп, и игра просто вылетела. Давай, давай, загрузить игру. Quick save. Фейл. Ладно, давайте еще разок завалим. По крайней мере, мы теперь знаем, что, где и как. Надо просто быстро успеть. Как я так смог? Зачем, игра, ты это со мной делаешь, а? Грузись, грузись быстрее. Пожалуйста. Хорошо. Так, пацаны, вот здесь я теперь сохранюсь, пожалуй, чтоб сразу. Так, смотри, один, второй. Сюда. Хорошо. Быстро, бежим. Надо успеть. Я бегу, братан. Чего? Тебя убили? Выручайте! Не вопрос. Кто-нибудь! Не вопрос, братан. Держи аптечку. До встречи. Сохранимся.
Хорошо. Перезарядочка. Успеем? Отлично. Фонарик. Смотрим, где? Где враг? Вижу! Держи! С двух подач. Так, еще один. Раз. Братан, а тебе норм, да? Валик капкан. Короче, наркоманы, походу. Чего? Он меня пнул, что ли, или что? Так, походу, у меня кровотечение еще, к тому же. Давайте перебинтуемся. Так, хорошо. Так, лис, вот ты. Да, ты, именно ты. Ты хочешь со мной торговать? У тебя есть бабло, и ты хочешь купить мои калаши, правда? Правда, отлично. Замечательно просто, шикарно. Так, который... Вот этот мы тебе не продадим, потому что он мой. Так, игра. Это просто капец. Так, ну, короче, в следующей серии мы продолжим продавать ему вся... Все и вся. На этом, думаю, мы закончим сегодняшнюю серию. Вылетела опять у меня игра. Попробую разобраться с этой проблемой. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока.